А в Дагестан завезена первая партия вакцины от COVID-19 «Гам-ковид-вак-М» торговой марки «Спутник М». Она рассчитана для прививки детей в возрасте от 12 до 18 лет. Всего в республику завезено более 3000 доз, которые будут распределены в детские поликлиники городов и районов республики. Вакцина будет проводиться только при письменном согласии родителей. Сегодня в республике, как по сути и по всей стране, идет рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции. В частности, штамм омикрон все больше и больше заражает людей. И очень сильно растет заболеваемость детей. В связи с этим очень актуально на сегодняшний день вот как раз-таки поступление в республику вакцины «Гам-ковид-вак-М» для детей подросткового возраста. Вакцина уже прошла клинические испытания в городе Москве. Проводили ее детям от 12 до 17 лет, включительно, то есть до 18 лет. Эффекты и результаты отличные, я бы сказала. На 42-й день вакцинации уже определяются антитела в крови. Поэтому, значит, она официально разрешена к применению детям подросткового возраста.